Всем привет! Добро пожаловать на мой канал на YouTube. В этом видео я расскажу вам о том, как мне удалось похудеть за 2 недели без углеводной диеты и что дальше будет с моим каналом, блогом. Если вам интересно, то оставайтесь со мной и давайте начнем. Вот такие результаты замеров у меня вышли. Я для примера вставлю здесь и вот здесь. Это то, что было, это то, что стало. Вернее, это то, что было, это то, что стало. Вот. Здесь вы можете сравнить. На самом деле, результаты довольно впечатляющие, на мой взгляд. Честно говоря, я даже не ожидала, что будет настолько сильный эффект. Но единственное, что я могу сказать, что это, конечно, эффект по большей части именно из-за оттока жидкости из организма. То есть, как бы я по себе вижу, что если, мне кажется, я выпью немножечко больше жидкости или съем соленое что-то такое, ну, что-то, что задержит воду в моем организме, там, не дай бог, я притронусь к молочным, потому что 2 недели я не притрагивалась к молочным. Честно скажу, это было довольно непривычно для меня, потому что я очень люблю молочные продукты, я очень люблю кефир, и как бы для меня это было действительно таким небольшим испытанием. Вот, но в целом, в принципе, нормально, я считаю, что довольно неплохо. Если вам нужно там быстренько привести себя в форму, то это отличный вариант. Единственное, что не стоит бросаться в крайние варианты, например, там грудка без соли вареная, там какие-то листья салата без ничего. Нужно обязательно питаться сбалансированным. Но, как я и говорила ранее, что через 2 недели я перестаю сидеть на безуглеводной диете, потому что, на мой взгляд, это немного не мое, скажем так. И я перехожу на правильное питание. Вы могли заметить, что в отличие от предыдущих моих видео по этой тематике, в этом не было раскрыта тема еды вообще. А это значит, что что-то пошло не так. А именно, я решила, что в дальнейшем я снова возвращаюсь к теме еды, и теперь я буду раскрывать тему правильного питания. Я надеюсь, эта тема будет вам интересна, так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и давайте будем готовить вместе. Пока-пока! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал на YouTube. В этом видео я расскажу вам о том, как мне удалось похудеть за эти 2 недели. Вернее, я расскажу не о том, как мне удалось, как же это правильно сказать, как правильно сформулировать. Мне не удалось похудеть. Нет, ну мне удалось похудеть, но мне не удалось похудеть, а мне... Теперь информация для тех, кто досмотрел видео до конца. Девочки, всем привет. Дело в том, что я решила, что теперь я буду вести блог о правильном полезном питании. И на самом деле я очень увлечена этой темой, и я надеюсь, она также для вас интересна. Обязательно, пожалуйста, мне будет очень приятно, если вы напишите комментарий под этим видео. Здесь не чужих, здесь мы все свои, все общаемся, все дружим, все вместе. Напишите о том, какую тему вы бы хотели раскрыть. Возможно, вас интересуют какие-то подробные рецепты. Я буду очень много интересного в дальнейшем записывать на тему питания. Возможно, также вас интересуют тренировки, уход за собой или какие-то еще дополнительные темы. Пожалуйста, ваше мнение для меня очень важно, и мне будет приятно, если вы откликнетесь. Так что, до новых встреч!